Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Даша и Артур. Мы продолжаем играть в «Властелин колец». Всем привет. Что мы тут делаем, Даша? Не знаю, око Саурона переместилось. И чё? Она куда-то стала смотреть, я не знаю. Куда она переместилась? В предыдущей серии мы за орков... Ой, за орков говорю. Чё несу вообще? За Фродо и Сэма играли. Да. Мы были в Кирит-Унголе, да. Как называется? Кирит-Унгл. Как сложно бывает иногда общаться с ботанами. Я не ботан. Там было написано, я прочитала просто. А, ну, понятно. Как сложно общаться с теми, кто умеет читать. Ну, ботаны, я и говорю. Так. Ага, это я сейчас, походу, буду. Нет, у тебя, видишь, там закрытая стена, а я пришел. Ну, стрелочка, она за закрытой стеной. Так, хорошо. Ау. А у меня где цель указать? Так, мой цель указатель. Может, давай за них, если там найдешь что-нибудь, мне надоело. Ведет. Вон он меня куда ведет. Обалдеть. Давай. Ух ты. Деталька. А, это для Леголаса. Блин. Жди, прощай. Моя скакать. Минас Тирит. Да, давай. За тебя поиграем. Интересно. Вот, тут Рохана мелодия. Прикольно, я сюда приехал, и мелодия рохановская заиграла. Ну. А, понятно. А, это он сейчас возьмет этот самый, как он там назывался. Да, шар этот. Забыла. Это что, утка, что ли, его? Да. Нет, не знаю, ведро. Просто ведро, я надеюсь. Господи. Я не хочу знать, что это было. Ой, у мурашки, мурашки, смотри, мурашки. Дерево леговское такое. Такое пафос. Надо. Так они нам не помогали. А, так тут он сразу явится такой, да? Там такая проблема была у них. Да. Так подожди, там как было? Там он прискакал в Минас Тирит, зажег сигнальные огни, по-моему. Тихо, не спойлери, что ты делаешь? Ой, никто не видел этот фильм. Да тихо, я просто перепутал все. Потом. Да потом. Потом. Ладно, сейчас мы играем, похоже, за этих двух архаровцев. Блин, ну прикольно. Пока что самая крутая миссия была. Ну, их несколько было. Вначале было прикольно, в шире. Мне понравилось на Хельмовой паде очень. Хельмовой паде было очень круто. И ширку тоже. И битва. О. Ты. Снова мы в открытом мире. Да, выйдите сюда. Гимли, я соскучился по Гимли Леголасу. А! Так, мы, короче, посмотрели кат-сцену и успокоились. Окей. Музыка тут, конечно. Ух, я что-то нашла. Ты пока там, а я тут. Я двигаюсь строго по сюжету, а ты там постоянно что-то ищешь. Ну, мало ли, что-то интересное найдет. Ой, красота. И музыка из Шира. Думаю. Это что? Это что там вдалеке? Какой-то волк идет. Прикольно. Смотри, вон еще один. Я хочу на нем покататься. Ты плавать-то умеешь? Нет.
Никто не гном. Умеет. В этой игре никто не умеет плавать. Даже Арагон. Я пойду туда. Так, ты подожди. Миссия волки. Так, я что-то тут... Что-то нашла. Тут нужен ключ. Ключ. Черт возьми. Это нормально. Подожди, тут какие-то животные есть. Я хочу посмотреть. Животные. Да кому нужны животные? Смотри, стрелочка вон где. Смотри, я уже иду. Нет, я еще не покаталась на каких-то прикольных этих. Да ты уже заблудилась просто. Ух ты, чё это? Чё это? Так, вон лес Фангарн, вот, там Ингард. Вот, что-то забегай. Ну ты капец. Да, бывает иногда. Чё наделал? Ты что натворил? Я просто давно не играл за Леговаса. Это прикольно. Я за Гимли, я соскучилась тоже за Гимли уже. Гимли вообще крутой. Такой, во время как того, когда стоит, такой... Да. Оу, сейчас Элронд придет. А нет, ночью. А, мы сейчас пойдем призраком, по-моему. О, какая сцена. Сейчас покажут призрака. Сейчас покажут проход. Проход, а там призрак на окне. Призрак? Угу. Ну, в фильме это было не так. Это какой-то джин. Вот как он похож на себя. Ой, такая сцена. Там было круче, там у него плащ такой вон. Сковали ему мечик. Теперь мы можем разбивать Мифрил. What kind of army would linger in such a place? One that is cursed. Long ago, the men of the mountain swore an oath to the last king of Gondor to come to his aid to fight. No, не пришел. When Gondor's need was dire, they fled, vanishing into the darkness of the mountain. О, теперь ты можешь ломать эту кость. Never to rest until they had fulfilled their pledge. The way is shut. It was made by those who are dead. Dance. Ну почему не показали этот забавный диалог, когда Гимли говорил, чтобы там гном боялся пещер? What do you see? I see shapes of men and of horses. Меч прикольный. Да, это по расширенной версии. Like winter thickets through a shroud of mist. Это, по-моему, очень круто. Ой. Прям хоррор. Ого. Смотри, что творю. Там, ну, это опять не для нас. Ну да. Ух ты, вот ты крутой. О, что происходит? Из тумана кто-то лезет на нас. Это как... Оно включили голоса, может он что-то видит? А было бы прикольно, скажи, если бы сделали, чтобы он видел. Ну да. Ну он же там. Я, честно говоря, походу не смотрел режиссерку, поэтому не знаю, о чем ты говоришь. О, капец. Как я мог? Я такой фанат этого фильма. Но мы... Ждем, пока ж появится магазин на Blu-ray. На Blu-ray она давно есть, а вот ну, именно... именно не было. Мы когда-то ходили, чтобы не было. Да. Чтобы сборник был сразу. О, только я могу их бить, походу. Я поняла, нельзя наступать на вот эти... Давай, ломай. Ломай. Smash. Hulk smash. Смотри. Ух ты. Вот на это нельзя наступать? Да. Да, понятно. А, камера сошла с ума.
Прикольно. И ты чё? У меня просто какой-то джедайский меч. Да. Собираем, я собираю, я мега-гном. Ну да. Гномы могут. У нас камера опять сломалась. Ломалась. Да, она ломается именно вот в этот. Вот. Давай лучше включим. Такой вот. Да, давай. Тут, конечно, будет деление на два, но, по крайней мере, без бреда. Да, я так не могу даже играть так удобно. Намного. Конечно. А, нет, туда не пойду, я боюсь. Ух, прикольно. Череп. А, меня держит внизу руки. О, капец. Жуть какая. Ага, теперь меня. Да ты не наступай, ну. Да их еще заметить надо. Ты, так, вот тут сейчас появится призрак, поэтому это не пойду. Это твое. Я его обойду, я буду сюда. Земля. Земля. Да. Я пока буду леголасом. И... О, там что-то есть. Я не могу туда попасть. Тут для тебя. Возвращайся назад. Фиолетовая монетка, которая дает 10 тысяч. Вон там твоя. Щит. Нет, вижу. Дальше. А, бей его. Так, это у нас что? Это собирать. Так, а тут мне нужен... Я иду. Ух, такая зловещая. Да вообще капец. Атмосфера. Атмосфера, да вообще. Атмосфера, что надо. Так, и что я сюда пришла? Зачем? Я тебе подарок шлю. Вообще нам, походу, поверху надо идти. Но я, пожалуй, переметнусь. Рагорна. И пойду разрушу вот эту штуку. Не могу ее оставить. Леголас, зачем так, ты спрыгнул? Так, я боюсь кидать. Одна. Мне страшно. Ты же знаешь, какая трусиха. Да никто тебя там не тронет. Ладно. Леголас идет на помощь. Так, и я сюда шла, что... Потому что, чтобы вот что. Гимли туда не может пойти. Прикольно. Ой, я тут что-то поломала. Сломала этот гробницу. Тут мертвые лежат, а я. Шмар. Сейчас там еще полезу, полюбас. Сейчас чехло. О боже, какой позор. Если кто не понял, это нормально. Позор какой, господи. Да, давай, убирайся уже. Теперь, сколько где там, 300 тысяч. Я тебя убил. 300 тысяч подписчиков. А, дополнительно. Убей его, видишь, мне страшно. Помоги мне. Ну что ты? Тебя два раза убили. Ну кошмар. Ну ладно, это было смешно. Ух ты, это чё? А, это для Сэма. Понятно. Да. Так, это для Леголаса. Помоги мне, помоги мне. Я не буду тебе помогать. Да, блин, что ты делаешь? Тут капец какой-то, ну. Здравствуй. О. Мостик. Целый мостик. Ой, я посмотрю. Ух ты. И все кинули смотреть вниз. Если бы он сказал, я бы посмотрела. Так, вот. Сейчас скоро вот это будет кат-сцена. Не иди туда. Так, это опять для этого. Чип. Оп. Я сейчас сломаю. Я тоже сейчас сломаю. Я здесь просто крушу все. Смотри, что я открыл. Так, я тоже что-то открыла. Я открыла. Ну надо же, для Леголас. Леголас, иди сюда. Так возьми Леголас, да пройди. Ты. Ну ладно, я сейчас возьму. Нет, я. Ну. А я побегаю Арагорном. Поломаю тут. Так, ок. Эм.
стрелы. Что с вами не так? Так. У меня стрелы застревают. Нормально? О, это что? А, мне наконец. Я крутой. Вполне возможно. Не исключено. На наглую. Уйди. Я сейчас убью. Где он? Он исчез. Мистика. Вообще я играю не тем. Да. Бери того. Подожди, сейчас еще не сломал. Блин, этот хватательный рефлекс. Блин. Ладно. Где там? Во, все, бери его. Подожди. А что ты тут не сломал? Ну вот мне не получалось, поэтому я тебе его отдала. Это же элементарно. Вот что бы вы делали, господа, если бы меня здесь не было? Вот бы. Спокойно. Я думаю. Вы бы не прошли туда. А, призрак сейчас появится. Ух ты, там тоже призрак. Там наверху что-то лежит. Так, а мифрил я могу? Меня хватает. Мифрил я даже этим мечом не могу разломать. Ну вас нафиг, блин. Какие-то вы стрёмные. Вот что я вижу. Это сохранение, нет? Чё это? Нет? Чё это, чё это? Сломай, сломай её. А, ну, меня не прости. Бей, не бей меня. А чё там? Там ничего, понятно. Вот, тут нужно Сэму поджечь. О, господи, меня преследует призрак. Бывает, господи, прощай. Всё, меня убьют сейчас. Гимли боится. Меня сейчас убьют, убей его, пожалуйста. Так, ты пирч, не то что давеча. Давай, пойдем. Так, там это нужно понятно, через веревочку. Это Сэм. Давайте там наверху что-нибудь найдите. Что ли? Ага, я не могу, это только Леголас может. Че сюда шло? Леголас может ходить по этой штуке. Так, окей. А здесь голым нужен. И все? А вон и я. А как я туда попаду? Понятия не имею. Подожди, если мне не получается, то что я должна делать? Брось меня! Арагорн. Арагорн, ты что? Ты можешь там стоять? Попробуй меня бросить. Вот туда, да. Не могу. О, могу. Я могу их перекидывать с одного на другого. Не надо этим заниматься, пожалуйста, брось меня. Все, сползай. Не. Прикольно. Собирай. Так, ну и что? Куда-то поползла. А вот сюда. Клёво быть тобой. Так, ну... Освободите мы. Ай! Отцепитесь, демоны! Я открываю дверь. Хорошо. Все. Ти-ти-ти. Мы Леголаса потеряли. Да ладно. Да, порядком. Они тут такое оружие массового поражения, когда они в Минас Тирите. Ладно, пардон. Посмотри. О, нет. Подожди, я сделаю это. Так, я что-то делаю, ты их убивай. Давай, убивай всех. Да, и Леголас в том числе. Гимли очень боится. Правильно делает, потому что ее не особо защищают. Выпустите меня, пожалуйста. Так, это чё? Нам за тем, чтобы что? Сохраниться мы не хотим? Да можно, почему нет-то? Слушай, я его боюсь, он какой-то бешеный. А,
Все, и ты иди сюда. Прыгай. Прыгай. И что мы сделали? А вот, теперь его смог ударить. Клеит, клею. Может, нам спуститься что-нибудь еще? Это нормально. Че он ржет? Это обидно. Во. Ух ты, икона мать. Прикольно. Ой. Ой. Бей. Бей. Ой, меня пугает, они меня пугают. Ты задолбал ты ржать уже, ну. А теперь мы что такое собрали? Не знаю, я стою здесь и... Леголас. Я думаю, нужен Леголас теперь. А, нет. Не. Не. О! Я вон что-то нашла. А, ага. Здесь еще есть такое. Сейчас да. Еще такое же будет, смотри. Ух, это капец просто. Да. А ну, Арагорн, убей. Убей их, пожалуйста. Убей их. Ты Арагорном играешь. Нет, я. Это я. Фейспаун ЖПГ. А где я? Подожди, если ну, я не вижу. Ты... Я на свой экран смотрю. А почему экраны поменялись у нас? Я не знаю. Наверное, кто-то что-то нажал. Наверное, я. Мне нужен Леголас. Пожалуйста, дай мне Леголас. Never. Да отдай мне Леголас, ну. Все, вот, уже он свободен. Подожди, стой. Я не понимаю логики, почему я на правом экране. Не делай ничего, я тут делаю интересные вещи очень. Вот такие вот, смотри. Раз. Чи. Окей, что дальше? Еще один остался. Ты это где-то видишь такой? Да строй, что ты не строишь? Ты же сказал не строить. Я не строю. Строго-настрого запретила. Нет. Да. Это я гибну. Господи. Да, это игра. Нет, это не игра, это я оказался. Нет, а как я оказался на правом экране? Не знаю. Что нужно? Наклацать? Мне теперь так неудобно. Я смотрю на левый экран. Блин, теперь мне за ним гоняться еще нужно, что ли? Давай убей его. Он убийство. О, ему хорошо. А? Нормально так. Отлично. Подожди, знаешь, что надо сделать? Стой. Да, блин, я не могу. Ты слишком узко. Ну ладно, все. Да иди ты, ну посмотри. Он меня раздражает. Ну ты понимаешь, что делать, поэтому тут побегают. Да он тут летает, нужно. И теперь он сбежал. И будет там висеть. Да елки-палки, смотри, как неудобно. Я не могу найти еще одной шеи. Блин, мне неудобно, я на тот экран смотрю. Где же эта шея машина? Вон она. Ну ищи, а я пока уже убью. Все, 3 из 3. Чего мне дало? Ничего, наверное. Так, давай сюда. Ну наконец-то. О, как будто. Муторный бой был. Ай, он просто странный. Да, это по расширенной версии. Блин! Иди ты, говорит, уже сюда. Да. Но было прикольно. Тень двоится. Мы опоздали, пираты.
Ой, какая беда происходит у него с глазами. Да. Питер Джексон такой в компании. Вон он видел, кстати, с морковкой с Оскаром. Прикольно. Да, их всех собрали. Вы заслужили приз. Смотри, у нас уже почти все открыто. Можно покупать. Да. Всех персонажей не перепокупаешь, не перепокупаешь. Мы, наверное, миллион уже собрали. Да, 1,56 000. Мы миллионеры. Две такие штуки. Я не знаю, что это было такое только что. Короче говоря, давайте прекращать. Угу. Увидимся в следующей серии. Там опять, наверное, будем играть за Арагорна. Но теперь уже, наверное, будет эпик, битва за Минас Тирит или что-то. Ну, что там еще возможно. Может быть? Скорее всего. Нет, наверное, будут показывать за Гэндальфа и Пиппина. А, ну, может как быть. Как он с Денетером будет договариваться. Ну, тоже. Короче, тоже будет круто, я думаю. Так что ладно, увидимся в следующей серии. Угу, надеемся, пока. Вам понравились эти прохождения. Пока-пока-пока.